Николай Басков уже много лет радует российскую публику запоминающимися песнями и номерами. На слухи о том, что достичь славы ему помог загадочный покровитель, натуральный блондин не обращает никакого внимания. Внести ясность в ситуацию теперь решил супруг Валерии Иосиф Пригожин. Музыкального деятеля возмущают сплетни, которые возникают вокруг звезды. Продюсер захотел вступиться за честь Николая. По словам Пригожина, если кто и помог Баскову пробиться на сцену, так это его родители. Ни о какой другой поддержке певца он никогда даже не слышал. Кроме того, Иосиф подчеркнул, что и сам артист приложил огромное количество усилий, чтобы достичь нынешних высот. Родители дали ему воспитание. То, что дала ему мама, это позволило ему состояться как личности. Он имеет право быть артистом. Он это заработал своим трудом, заверил Пригожин россиян в беседе с Blitz+.